Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Извините, пожалуйста, за задержку. Были небольшие технические причины, по которым мы не могли быстро выйти на связь. Но сейчас все хорошо. Меня зовут Юлия. Я представляю компанию Silento. И сегодня мы проведем для вас вебинар. Для начала я хотела бы подтвердить, что все участники меня хорошо видят, хорошо слышат. И все у вас прекрасно со связью. Внизу вы видите чат. Я прошу поставить плюсики и написать, что у вас все работает. Отлично. Все, молодцы, оперативно ответили. Большое спасибо за оперативность. Вот, ну что ж, начнем наш вебинар. Для начала я немного расскажу о нашей компании, и затем я передам слово нашей гости, которую зовут Анастасию Рыкову, и которая представляет Gizmo Business School. И она непосредственно будет вам рассказывать о презентации. Сначала начнем с правил нашей презентации. То есть все вопросы, которые у вас будут возникать, пожалуйста, задавайте в конце презентации, чтобы наш докладчик не отвлекался. По возможности я буду в чате отвечать, но все-таки мы просим в конце презентации все, что у вас останется, спросить. Возможно, к концу презентации у вас уже не останется вопросов. Здесь можно как писать, так и можно видео вопросы нам отправлять, то есть там можно будет сделать видеосвязь, поэтому по вашему желанию, как вам удобнее, мы с удовольствием на них ответим. Итак, о нашей компании. Наша компания работает для вас с 2010 года. У нас есть различные международные аккредитации, в том числе ISIF. Это такая международная аккредитация среди агентств, кто занимается образованием. Wise Travel Confederation также относится к образовательным агентствам. И аккредитация от ENZRA. Это получается, мы получили аккредитацию от Министерства Новой Зеландии, что мы одно из 8 агентств, которые одобрены, и у нас очень хороший рейтинг по одобрению виз. Также, помимо этого, мы предоставляем спектр услуг по высшему образованию в Канаде, Австралии, США, Новой Зеландии, Сингапуре, Чехии и Германии. И вот именно сегодня как раз таки мы с удовольствием поделимся информацией о такой прекрасной стране, как Германия. Также во многие страны мы можем вам помочь с поступлением без теста IELTS либо TOEFL и получить гранты и стипендии, скидки на образование. По всем этим возможностям вы всегда можете связаться с нами, поэтому если у вас будут вопросы по этим направлениям, вы можете потом с нами связаться. Программы основные, которые у нас очень популярны, стажировки по специальности в США, поступление в топ-200 зарубежных вузов, работа и учеба за рубежом, международное волонтерство и иммиграция через образование, в том числе Германия, которая сегодня у нас будет освещена, можно отнести к последнему пункту. Вот, поэтому, пожалуйста, послушайте все до конца. И самое интересное, вишенка на торте, бонусы для участников вебинара. Все, кто у нас участвует сегодня, смогут получить скидку 1000 евро на первый год обучения по программе бакалавриата и скидку 20% на программы магистратуры. Звучит заманчиво, поэтому я надеюсь, Анастасия любезно озвучит еще раз эти все моменты в конце презентации. Вот, ждем ваши вопросы в конце. И сейчас я буду передавать слово нашей великолепной Анастасии, которая уже подробно вам все расскажет. А вот, Анастасия, я выключаюсь, уважаемые участники. И сейчас Анастасия наша подключится к презентации. Анастасия, мы вас ждем.
Видимся, слышимся. Подтвердите, пожалуйста, плюсиками, если вы меня хорошо слышите. Я знала, что у нас все работает хорошо. Отлично, спасибо большое. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Анастасия Рыкова. Я являюсь представителем Gizmo Business School в России, странах СНГ, на Европе. И сегодня я бы хотела немножко вам рассказать о всех возможностях, которые есть здесь, в Германии, которые дает эта страна в целом, а также о тех программах и о тех уровнях программ, да, которые предлагаем мы со своей стороны. Так же, как заметила моя коллега Юлия, да, мы сегодня с удовольствием покроем аспект или именно возможности миграции в Германию на основе учебы, да, на основе академических программ, потому что на данный момент, конечно, Германия предлагает одни из самых привлекательных возможностей, что касается Евросоюза, конечно. Да? Моя сегодняшняя презентация называется «Германия и возможности». Да, я думаю, что это, конечно, говорит само за себя, потому что Германия на данный момент страна, которая предлагает то, что не предлагает никакие другие страны. Я всегда очень люблю начинать свою презентацию вот с этой фразы «Возможности не приходят, вы создаете их». И в самом начале я хочу для каждого из вас пожелать, возможно, да, узнать и поймать вот эту правильную возможность, которая всплывет у вас в жизни, и уже ее не отпускать. Всегда очень неудобно иногда бывает, страшно выходить из зоны своей комфорта, менять жизнь, идти на какие-то авантюры. Но, понимаете, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да? Именно поэтому иногда стоит действительно инвестировать в свое будущее, стоит сделать какие-то шаги, которые выведут вас из зоны комфорта для того, чтобы потом ваша жизнь сложилась именно таким образом, каким вы всегда хотели ее видеть. Made in Germany. Ребят, помните в детстве, наверное, или помните вообще в принципе, когда нам упоминают Германию, мы сразу вспоминаем вот это выражение Made in Germany, да? С чем это у нас всегда ассоциируется? Ну, во-первых, качество. Во-вторых, долгосрочность какого-то либо товара, либо услуги, либо предложения и в целом страны. Это надежность в сфере сервиса. Да? И это что-то, что всегда будет котироваться, наверное, во всем мире. Да? То есть товар, любая услуга, на которой есть штамп Made in Germany, у нас всегда ассоциируется с чем-то, что никогда не устареет, да, что никогда не выйдет из моды и никогда не потеряет свою значимость вообще на всех рынках услуг, на всех, вообще во всех сферах жизни. Да? Вот именно поэтому на этом мы сегодня сделаем небольшой акцент. Я всегда говорю, знаете, каким образом? Когда мы думаем о инвестиции в высшее образование или когда мы думаем о инвестиции в эмиграцию, в изменение своей жизни, мы должны подготовить своего рода бизнес-план. Правильно? То есть мы должны рассчитать все по цифрам. Мы должны базировать свои расчеты на определенных цифрах для того, чтобы потом у нас был успех. Да? То есть инвестиция в высшее образование, я ее называю своего рода бизнес-план. Так вот, давайте будем строить бизнес-план вот на следующих цифрах. Ну, во-первых, посмотрите, по рейтингам ООН, по итогом Всемирного экономического форума, Германия до сих пор признается одной из самых лучших стран вообще по качеству жизни в Европе. Действительно, у нас на данный момент только 5% безработицы. Не ожидали. Изначально план поставили на 10%, а в прошлом году достигли 5%, и даже все удивились, так скажем, да, перевыполнили план. То есть, действительно, страна, которая показывает свою экономическую стабильность вот этими цифрами. Да? Германия сейчас является единственной страной в Евросоюзе, которая предлагает, внимание, 18 месяцев на поиск работы после окончания учебы, после окончания именно академического образования в стране, бакалавриата или магистратуры. Да? Что нам это дает? Это будет являться именно тем рычагом, который дает нам возможность остаться в стране,
применить полученные знания и найти высокооплачиваемую работу именно по специальности или в той индустрии, которая нам интересна. Да? То есть эти 18 месяцев, на самом деле это не шутка. Если мы будем сравнивать с другими странами, как, допустим, UK, где после 3 месяцев окончания учебы нужно покинуть страну, даже возьмем нашего страну, граничащую с Германией, Чехия, да, тоже такой бюджетный образовательный вариант. Там, если я не ошибаюсь, 4 месяца, да, если вы не нашли работу, вам нужно будет покинуть страну. А тут 18, да, то есть страна на самом деле ждет вас, ждет молодых специалистов и готова предоставить все возможные условия для переезда. Двигаемся дальше. Я уже упомянула 5% безработицы, да, а посмотрите на цифру 27%. Эта цифра, на самом деле, она многих людей удивляет. Да? Все говорят, 27% неужели? 27% местного населения Германии имеет высшее образование. То есть либо бакалавриат, либо магистратуру. Удивитесь, да? 5% безработицы, сильнейшая экономика. И только 27% населения страны имеет высшее образование. Что для вас, как для молодых специалистов, для студентов из других стран, говорит эта цифра? Да? Давайте проанализируем. Прежде всего, это говорит о том, что в стране безумная потребность в молодых специалистах с высшим образованием, с высшим университетским образованием. Да? Потому что средний класс, такие основные профессии, они здесь пользуются очень большой популярностью. Да? В Германии, как бы это ни звучало, всю жизнь можно проработать пальчиком асфальта или, допустим, кассиром в банке или, скажем, продавцом в магазине, и ты будешь очень стабильно зарабатывать, два раза позволять себе ездить со всей семьей на отдых, да, и вот этот вот пласт, он стоит. Да, то есть вот именно население, которое удовлетворяет свои потребности, работая на должностях, которые не требуют высшего образования. Соответственно, позиции в международных компаниях, управленческие позиции, senior management positions, да, это все позиции, которые пустуют. Именно поэтому страна говорит вам, приезжайте, мы вам дадим возможности для того, чтобы здесь остаться и начать работать и зарабатывать свои деньги. Да? Посмотрите, минимальная оплата труда в Германии составляет 8,5 евро в час. Это минимальная. А если мы будем говорить о средней заработной плате по стране на человека, это 3,5 тысячи евро. Действительно неплохо, правда? Самый крупный город Берлин. Привет вам всем из Берлина. Сегодня у нас, кстати, такая неплохая погода. Не пасмурно, светит солнышко и, наверное, где-то градусов 11. Снега у нас еще первого не было. На самом деле Берлин действительно уникальный город. Как, наверное, если мы сравниваем с Москвой, да, говорят, Москва это не Россия, точно так же Берлин это не Германия. Абсолютно интернациональный город с колоссальным объемом возможностей во всех сферах жизни. Да. Хоть стена и пала 20 лет назад, но все равно существует такое... Вы знаете, небольшое разделение на два города, да, существует все-таки Восточный Берлин, существует Западный Берлин, где люди даже выглядят по-другому, люди там одеваются по-другому, люди ходят в разные места по развлечениям, да даже сам город выглядит до сих пор по-другому, да, поэтому, мне кажется, Берлин такой город, которого никогда, которым ты никогда не перенасыщешься, да, то есть здесь всегда будет возможность получать постоянно какие-то новые эмоции, возможности, перспективы на жизнь. И более того, вы знаете, очень часто меня спрашивают по Германии, ну как, ведь у немцев совершенно же другой менталитет. Вы знаете, Берлин сейчас стал настолько межнациональным, таким межкультурным городом, что здесь каждый человек, который только что даже приезжает в эту страну жить, он уже себя чувствует полноправным членом этого общества. И страна дает потрясающее чувство защищенности и комфорта. Да? Поэтому даже имея и зная только английский язык, да, к примеру, еще не говоря на немецком языке, здесь абсолютно реально найти работу, хорошую работу. Да? А вот уже наоборот, когда вы говорите только на немецком, а не говорите на английском,
работу будет найти практически невозможно. Да? То есть город действительно сейчас растет какими-то колоссальными темпами и дает вам все возможности для развития. И, наверное, самый такой аспект важный, о котором мы сегодня тоже поговорим, это возможность получения бесплатного образования именно в госвузах Германии. То есть это бакалавриат и магистратура. Единственное, самым большим условием, с тем, что вы владеете немецким языком на должном уровне. Да? Мы сегодня это обсудим. Единственное, хочу доказать, что 27% только населения Германии имеет высшее образование. Как раз посмотрите на данную табличку. Да? Вот здесь вот Германия как раз 27%. А посмотрите, самое главное, кто же на первом у нас месте? Россия, да? У нас сколько получается? 54%, если я не ошибаюсь, если я вижу здесь правильно. Россия на первом месте в мире по объему и вообще по проценту людей, которые имеют высшее образование. Да? Ну, до 5% безработицы, как говорится, нам еще очень-очень далеко. Так вот, видите, как все получается. Следующая тема, которую я быстренько хочу с вами покрыть, и мне просто очень часто задают этот вопрос, и хочется действительно рассказать вам о том, как же на самом деле обстоят все дела, сколько на самом деле стоит магистратура в Германии в госвузе, да? Смотрите, сколько на самом деле стоит магистратура? Во-первых, для многих из вас вполне может быть новая информация о том, кто-то прям знает, кто-то нет, что для того, чтобы получить студенческую визу в Германии, нужно открыть заранее блокированный счет в Германии. Да? То есть вы открываете через интернет, сейчас уже есть такая возможность, платформа есть специальная, вы открываете блокированный счет на год. Да, вы просто переводите определенную сумму, на данный момент 8 829 евро, которая рассчитана как минимальный прожиточный минимум для студента на год, да? Вы переводите это все на ваш счет в немецкий банк, и по приезду, естественно, вы получаете карточку, вы пользуетесь этим счетом, но с одним условием. В месяц вам выдается определенная сумма, и есть лимит, вы не можете снять больше. Да? Это 720 евро в месяц. Для чего это сделано? Опять-таки же, ссылаясь на немецкую прагматичность, да, мы смотрим на то, что Германия хочет иметь гарантии о том, что вы не снимете все деньги сразу, что у вас на протяжении всей учебы будут финансы на то, чтобы жить, оплачивать свое проживание, еду, развлечения и так далее. Вот эти вот деньги – это ваши деньги, но которые выдаются вам в определенной дозе, как зарплата. Да, то есть это ваш личный счет, но существует лимит. Так вот. Если вы едете в госвуз Германии на бесплатный факультет, или же вы едете в частную бизнес-школу, и там, и там, и в том, и в другом случае вам придется открывать данный блокированный счет. Давайте не будем об этом забывать, да? Многие студенты не думают о том, что какие дополнительные расходы им потребуются. Так вот, да, не будем об этом забывать. Плюс, с недавних времен в Германии появились вот так называемые семестровые сборы или студенческие взносы, которые зависят от престижности университета, от той земли, где находится данное учебное заведение. И сейчас данные взносы варьируются где-то от 600, где-то и до 1000-1200 евро в семестр. Да? Об этом тоже не нужно забывать, данные сборы существуют. А если мы смотрим на магистратуру в госвузе, это 2 года, это 4 семестра. Да, поэтому давайте посчитаем, это 18 месяцев академических. Плюс в госвузах также не включены расходы на учебные материалы. Все книги, какие-то печатные материалы и так далее, давайте ориентироваться в минимальной сумме 150 евро на семестр или даже в месяц иногда, да, на учебные материалы. И плюс, смотрите, когда мы находимся в стране 2 года как студент магистратуры, значит, что мы не можем работать полный рабочий день. Мы можем работать только 20 часов в неделю, да, по студенческой визе. Соответственно, 2 года мы находимся в статусе студента, и 2 года мы работаем только 20 часов в неделю, а не 40 часов в неделю. Да? И вот тут у нас возникает вопрос, все-таки, как сэкономить? Как
мы можем сделать так, чтобы мы начали зарабатывать деньги намного быстрее, чем через 2 года. Так вот, самый главный рычаг или самое главное решение здесь – это длительность учебы. Если мы будем учиться не 18 месяцев, а всего 9 месяцев, тем самым мы сэкономим себе на обучение. Я прошу вас обратить внимание на данную табличку, которая очень кратко показывает вам сравнительный анализ стоимости магистратуры, условно-бесплатная магистратура в госвузе, а также магистратура, допустим, у нас в GISMO Business School, мы являемся частной бизнес-школой, и магистерские программы на английском языке у нас начинаются, примером, за портфолио 12 тысяч евро. Да? Смотрите, семестровые сборы. Ну, это 4 семестра, 1500 евро в семестр, да, это уже сразу плюс-минус мы считаем или меньше, да, это госвуз. Дальше, наша стоимость, все про все, это 12 тысяч евро. Проживание и личные расходы. Тут мы смотрим на тот самый блокированный счет, помните, о котором я говорила. Так вот, мы учимся здесь 2 года, если мы учимся в госвузе, соответственно, мы 2 раза будем продлевать нашу визу. 2 раза нам нужно будет на счету показывать эту самую сумму, 8829. У нас программы длятся только 1 академический год, то бишь 9 месяцев. Соответственно, данную сумму мы будем показывать только 1 раз. Итого, по выходу, мы смотрим примерно на одни и те же инвестиции, около 20 тысяч евро, полностью на обучение и проживание, если вы хотите делать магистратуру в Германии. Да? Как я и хочу упомянуть, это данная сумма покрывает также ваши расходы на проживание. Но через 1 год, если вы начнете, закончите вашу учебу через 1 год и начнете работать, аналитически вы заработаете в 2 раза больше денег. То есть вы на год уже начнете работать раньше. Вы начнете работать полный рабочий день. Да? Соответственно, окупаемость ваших инвестиций идет намного раньше. Это вот такая пища к размышлению, о которой немногие задумываются. Как я и сказала изначально, это бизнес-план. Мы должны сесть и просчитать все, да, и подумать, насколько выгоднее нам будет та или иная инвестиция. Также меня очень часто спрашивают, стоит ли учиться на английском языке в Германии, да, и в принципе, какие перспективы учебы на английском языке в Германии. Ну, на данный момент в Германии более 300 вузов, в которых получают образование около 160 тысяч иностранных студентов. Да? То есть это достаточно большая цифра, согласитесь? На данный момент, особенно здесь, в Берлине, более 87% международных компаний обозначают английский язык как основной внутренний язык компании. Да? То есть когда вы устраиваетесь на работу в какую-то большую иностранную компанию, да, то, естественно, внутренний язык, язык отчетности, язык репортов, язык собраний внутренних, это будет английский язык, а не немецкий. Да, сейчас уже все компании, 87% официальной статистики, перешли на английский язык. Дальше. Насколько вы знаете, Берлин сейчас является столицей стартап-индустрии вообще всей Европы. Да? Siemens сейчас строит огромный инновационный центр наподобие Google или Apple, где все молодые специалисты, которые как-либо видят себя в индустрии стартап или в индустрии IT-технологий, смогут реализовать себя и инвестировать, развить свои какие-то новые проекты. Да? То есть это индустрия стартап, естественно, главный язык этой индустрии – это английский. Да? Вот, пожалуйста, для чего нам нужен английский, зачем нам нужно учиться на английском языке. Плюс, смотрите, вы никогда не знаете, по окончанию программы, возможно, вы захотите поработать в той или иной стране, да, в филиалах крупных компаний за рубежом. Именно для этого вам потребуется английский язык на должном уровне, без него практически никуда. Да? Скажу приятную особенность, допустим, что делаем мы. Для тех студентов, которые приезжают и делают программу магистратуры или бакалавриата с нами, с GISMO Business School, мы даем курсы немецкого языка в подарок. Это очень удобно и это действительно полезно для тех студентов, которые хотят приехать и легче адаптироваться в среду.
Поэтому по окончанию программы, да, уже по выходу, когда вы учитесь полностью на английском языке и раз в неделю еще у вас дополнительно идет немецкий, вы находитесь в стране, по выходу вы действительно получаете уже около уровня B1 по немецкому. Да. Это вполне достаточно для того, чтобы тоже с этим уровнем найти здесь работу. Да. Ну и, в принципе, сейчас уже тоже официальная статистика, что более 70% населения Берлина используют английский on a daily basis. Да? То есть уже люди вполне вовсю, в открытую используют здесь везде английский язык. И куда бы вы ни пошли, сделать регистрацию по месту жительства, купить страховку, купить проездной, с вами везде любезно пообщаются и поговорят на английском языке. Еще 10 лет назад не было такого, а сейчас... Это уже, этим уже никого не удивишь, да? Ну и смотрите, если бы мне задали вопрос, Анастасия, на ваш взгляд, почему все-таки есть такая возможность образования на английском языке в Германии? Чем это лучше? А это лучше, или даже это открывает больше возможностей для тех студентов, которые никогда не учили немецкий язык, да? Согласитесь, некоторые из вас только сегодня узнают о том, что в Германии есть возможность обучения на английском языке, когда до этого вы не рассматривали Германию вообще, потому что вы думали, ну, я никогда не учил немецкий, поэтому, в принципе, наверное, в Германию мне и не светит никогда переехать, да? Не все так печально, как кажется. На данный момент есть замечательные программы на английском языке, на которые можно приехать, после которых можно остаться в стране и начать зарабатывать неплохие деньги. Да? То есть, смотрите, вы приезжаете за один академический год, вы заканчиваете, скажем, программу магистратуры, после этого вам страна дает 18 месяцев на то, чтобы остаться в стране и найти работу. После того, как ваш работодатель предлагает вам контракт, вы получаете рабочую визу на следующие 3 года. Да? А уже потом, после 3 лет, вы спокойно подаетесь на ПМЖ. Вот такая очень незамудренная схема, которая прекрасно работает для всех наших студентов. Да? И буквально я хочу вкратце и достаточно так емко рассказать вам, в принципе, о том, кто мы, что мы делаем и что мы предлагаем у нас здесь на кампусах в Берлине и в Ганновере. Да? Gizmo Business School – это бизнес-школа, которая была основана еще 20 лет назад самим бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Да? Фигура достаточно известная в России и в постсоветском пространстве. Так вот, именно он выступил с инициативой основания международной бизнес-школы, которая бы делала программы на английском языке и готовила управленцев для индустрии Германии. Изначально наш кампус базировался в Ганновере, да, именно очень такой индустриальный город, где базируется Volkswagen, где базируется Continental. Да. Именно там был наш первый кампус, и мы очень активно работали с этой индустрией. Более того, мы очень гордимся тем, что также основателями нашей бизнес-школы 20 лет назад выступил топ-менеджмент компании Siemens, Volkswagen и Continental. О чем это говорит? Это говорит о том, что последние 20 лет Gizmo зарекомендовала себя как бизнес-школа с самыми крепкими межотраслевыми связями на рынке Германии. То есть все по официальной статистике. 63% наших выпускников находят контракт, да, то есть им предлагается контракт в течение 3 месяца после получения диплома. Да? То есть это действительно потрясающая статистика, мы над этим всегда работаем, мы работаем над тем, чтобы увеличить эту цифру и всегда, конечно, открыты для новых партнерств. Сейчас наш берлинский кампус очень активно работает с ведущими стартап-компаниями Германии. Да? Также очень интересный и для нас значимый фактор того, что Gizmo имеет AMBA-аккредитацию. Да? AMBA или Associations of MBA – это самая престижная ассоциация и аккредитация для тех школ, которые работают с программами магистратуры и MBA. Да? Мы носим AMBA-аккредитацию с 2011 года. И если суммировать, да, и посмотреть очень детально на то,
Почему Gizmo Business School, чем мы отличаемся и что мы делаем? Ну, во-первых, все программы в нашей бизнес-школе, они делаются на английском языке, да? То есть это общепризнанный мировой бизнес-язык, это наш главный акцент. То есть наше postgraduate портфолио или портфолио магистерских программ насчитывает более 17 программ магистратуры и MBA на английском языке. Дальше, по приеме. Gizmo Business School является официальным кампусом таких известных мировых бизнес-школ, как Grenoble Business School, да, или, допустим, Kingston University UK. И мы имеем тройную мировую аккредитацию. Мы делаем программы тройной мировой аккредитации. На минуточку, только 1% бизнес-школ в мире имеет тройную мировую аккредитацию. Мы также очень гордимся, что программы магистратуры от Grenoble Business School, да, которые делаем мы здесь, в Германии, они входят в топ-20 лучших программ Европы по версии Financial Times. Также немаловажно и немало времени мы уделяем специальному центру трудоустройства. Вы знаете, то, что сейчас у нас все происходит через мобильный телефон, через какие-то приложения, так вот мы тоже не отстаем. У нас существует специальная мобильная аппликация, вы ее скачиваете по приезду сюда, и данная мобильная аппликация позволяет вам непосредственно мониторить все активити, которые исходят или предлагаются нашим центрам карьерной поддержки. Сейчас мы дошли до того уровня, что примерно раз в неделю у вас есть какая-то активити от карьерного центра. Это либо посещение компаний, это либо к нам приезжают спикеры или представители рекрутинговых компаний, да, которыми у вас интервью. То есть мы полностью делаем из вас такой хороший конкурентоспособный продукт на рынке трудоустройства Германии. Да, это наша главная задача. Также помните, я упомянула, что для всех программ на английском языке мы делаем бесплатные уроки немецкого языка, да, для лучшей адаптации. Для лучшей адаптации в среду, для повышения ваших навыков для поиска работы. Это все мы предоставляем бесплатно. Более того, так как все программы в Gizmo Business School имеют самую главную аккредитацию, аккредитация Берлинского Сената, все студенты получают те же бенефиты, как если бы вы учились в госвузах Германии. Да? То есть это 18 месяцев вам дается на поиск работы после окончания учебы. Ну и, естественно, вы можете работать 20 часов в неделю, что немаловажно. Очень много, на самом деле, студентов, которые учатся и работают одновременно. Вот скажу вам такую небольшую статистику, она у нас вышла буквально где-то месяц назад, что наши студенты магистратуры, которые работают и учатся одновременно, вот они 20 часов в неделю, когда работают part-time, их заработок составляет 1200-1500 евро в месяц до вычета налогов. Да? Согласитесь, это тоже неплохо. И я не говорю о позициях, допустим, работать где-то в кофешопе, да, или где-то в магазине ассистентом. Нет, ребята уже все идут работать над какими-то проектами, на частичной занятости, да? Работают с нашими партнерами, проходят оплачиваемые стажировки. Да? То есть они уже нарабатывают действительно значимый опыт работы для их специальности. Вот. То есть это немаловажно, если посмотреть на наших партнеров, то это ведущие холдинги, концерны Германии. Именно там работают большинство наших выпускников. Ну и, естественно, еще раз повторюсь, так как наш новый кампус базируется в Берлине, то здесь мы полностью покрываем нишу стартап-компаний и готовим специалистов именно для этой индустрии, что немаловажно. Смотрите, многие мне задают вопрос о том, как, в принципе, Gizmo Business School функционирует и чем Gizmo Business School отличается от других бизнес-школ или частных университетов здесь, в Германии. Определенно в Gizmo Business School существует самое необычное и самое уникальное портфолио программ, таких, которых вы не найдете в других бизнес-школах Германии. Что мы делаем? Gizmo Business School будет являться так называемым учебным центром, под крышей которого мы собрали ведущие программы от наших партнерских университетов. Да? То есть, учась здесь с нами,
Вы можете выбрать программу, по окончании которой вы получите 100% диплом, скажем, от Grenoble Business School, да, по-другому Grenoble Ecole of Management, одна из самых престижных французских бизнес-школ с тройной мировой аккредитацией. Да. Мы являемся официальным кампусом Grenoble Business School, и у вас будут даже те же самые профессоры, которые делают программы в Гренобле или в Париже. Да. Также мы работаем с тремя университетами, университетами Британии. Это The University of Law, Kingston University, а также Arden University. Смотрите, чем нам это интересно. На данный момент у вас есть возможность получить 100% британский диплом в Германии. Да? Если кто-то давно мечтал сделать магистратуру в Британии, но по каким-то причинам, даже, скорее всего, по финансовым причинам, немножко Британия нам будет недоступна, да, то тогда Германия будет являться альтернативным вариантом. Почему? Потому что те же самые программы. 100% британский диплом в Германии вы получаете, одновременно получая бенефиты от того, что дает вам Германия. Повторюсь, 18 месяцев после окончания учебы, 20 часов в неделю вы можете спокойно работать, да, и дальше оставаться и работать здесь. Все программы имеют, ну, все нужные аккредитации. Да. То есть такого портфолио, как у нас, нет на данный момент ни одной другой школы. И более того, для тех ребят, которые будут заинтересованы в краткосрочных курсах немецкого языка, в курсах подготовки к тесту IELTS или TOEFL, у нас есть курсы языковые на базе нашей языковой школы. Более того, я сейчас расскажу про программу, которая также будет интересна тем ребятам, которые хотят поступать в бесплатные госвузы Германии. Да? Я думаю, что сейчас мы немножко пропустим описание городов, в которых находится наша бизнес-школа, потому что мы немножко не укладываемся во время. Да? Единственное, я покажу вам фотографии, наш ганноверский кампус, да? Берлин, два города, где мы находимся. И вот оно, основное портфолио Gizmo Business School. Мне не хотелось бы идти более детально по всем программам и рассказывать, какие специальности существуют. Вы можете спокойно зайти на www.gizmo.com и посмотреть все наше портфолио, да, которое присутствует там. Сегодня я бы хотела обратить ваше внимание на портфолио наших новых бакалаврских программ, которые мы запускаем с сентября 2019 года. Да. Это трехгодичные программы бакалавриата с очень интересными специальностями в бухучете, финансах, управлении в здравоохранении, туризм, маркетинг, психология, управление персоналом. Да? Это трехгодичные программы, полностью на английском языке, и на них можно поступать сразу после 11 класса. Да? То есть я подтверждаю, что мы официально принимаем ребят после 11 класса нашей школы. Да? То есть эти программы будут доступны. Естественно, мы тем заинтересованным из вас, мы предоставим всю информацию уже более на такой one-to-one meeting. Да? Смотрите, вот как раз та программа, о которой я вам хотела рассказать, которая будет интересна для многих из вас. Да? Программа университетской подготовки, или по-другому мы ее просто называем UPP. Что это такое? Смотрите, для того, чтобы поступить в госвузы Германии, скажем, после 11 класса, да, все наши ребята пойдут в Studienkolleg. Да, это один год в колледже при университете для того, чтобы в целом у вас было 12 лет образования. Да? Просто на первый курс можно идти, только если у вас есть 12 лет образования. Соответственно, в этот Studienkolleg нужно сдавать экзамены. В основном это математика и немецкий. Да? Что делаем мы? Для тех ребят, кто никогда не учил немецкий или учил немецкий, но все равно еще не дотягивает, скажем, до уровня B2 или до уровня C1, мы предлагаем программу подготовки. Сразу после окончания 11 класса вы приезжаете к нам на 40 недель. 40 недель – это будет полный курс. Да? И в эти 40 недель входит академическая разработанная программа, которая подготовит вас до уровня B2, да, это уровень нужный для поступления в Studienkolleg. И после этого
у вас будет также 4 недели подготовки к экзаменам студент или это математика и немецкий. Да? Чем вся эта программа еще очень удобна для вас? Это комплексный продукт. Дело в том, что мы со своей стороны гарантируем ваше поступление в любой госвуз Германии. По контракту вы выбираете 5 различных факультетов, 5 различных госвузов Германии, куда бы вы хотели поступать. Мы полностью анализируем риски вашего поступления. Мы делаем профориентирование, да, понимая, если вообще у вас есть шансы поступления на ту или иную специальность. И мы полностью подаем за вас документы в эти университеты. Да, то есть мы со своей стороны полностью курируем момент поступления в госвузы от А до Я. Мы посылаем документы. Наша работа закончена тогда, когда у вас принятие тот или иной студент-коллег Германии. Данная программа также доступна для тех ребят, кто хочет напрямую поступать в университет. Да? Те, допустим, кто уже закончил один год университета в России, допустим, либо тем студентам, кто хочет делать магистратуру. Да? Именно поэтому там будет разница в неделях просто, но данная программа также доступна и для вас. Да? Данную программу не делает никто в Берлине. Это очень уникальный продукт, поэтому для тех, кто был бы заинтересован в изучении немецкого языка и в дальнейшем поступлении в госвуз Германии на немецком, это будет идеальная программа, которая ровно за год вас полностью подготовит к этому. Да, это академически разработанная программа, и она гарантирует ваше поступление. Я думаю, что, конечно, у вас, у многих могут возникнуть сейчас вопросы. Я буду рада на них ответить по окончанию данной презентации. Мы уже очень близки к концу. Вот как раз данная программа, чем нам интересно, это и Ганновер, и Берлин. Она начинается каждый первый понедельник месяца. Да, ребят, то есть вы действительно можете приехать на эту программу каждый месяц. То есть не стоит ждать сентября или января. Мы начинаем ее каждый месяц. Первый понедельник каждого месяца. Да? 40 часов в неделю, точнее 40 недель длительность и 20 часов в неделю будут лекции. Стоимость данной программы это 6 500 евро, которая полностью покрывает всю академическую часть программы и все учебные материалы. Да? Вот. Это что касается программы университетской подготовки в Германии. Также я хочу, чтобы многие из вас по окончанию данной презентации зашли на наш YouTube-канал, зашли к нам в Instagram и, естественно, посмотрели отзывы наших студентов. Очень много таких действительно вдохновляющих отзывов, где студенты рассказывают о их личном опыте, где они рассказывают о том пути, который они прошли. Это действительно интересно. И если у вас все еще есть какие-то вопросы, там вы получите по-настоящему исчерпывающие ответы. Да? Это моя рекомендация. Я считаю, что это действительно стоит посмотреть, это очень интересно. Наш YouTube-канал, просто заходите, Гизма, да, и первый канал, который всплывает, это наш YouTube-канал. Так, я думаю, что да, это как раз был последний слайд, да, на сегодняшний день. Поэтому, в принципе, если суммируя, да, я просто хочу сказать, то, что вариантов переезда в Германию и обучения как на немецком языке, так на английском языке, их действительно очень много. Да? Их много для тех, кто никогда не учил немецкий язык и, в принципе, пока что не хочет на это инвестировать время. Да? Для тех ребят, кто уже учил, но хочет чуть-чуть подтянуть немецкий и потом поступать в госвузы, мы будем готовы со своей стороны предоставить всю нужную поддержку. Да? На данный момент, я думаю, мы можем начать уже делать такую небольшую Q&A session. Буду рада услышать ваши вопросы. Уже вижу, что там кто-то пишет. Поэтому давайте следующие 5 минут посвятим буквально тем вопросам, которые у вас могли возникнуть. Было интересно. Спасибо большое. Уважаемые участники, я вот тоже подключилась. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в наш чат. Можно задать видео вопрос, то есть у вас там должна быть такая ручка в нижней панели, да, и вы на нее нажимаете, и можно сделать видео вопрос, как вам удобнее.
Да, смотрите, то есть не обязательно задавать вопросы именно по тому контенту, который мы сейчас с вами покрыли. Если вас, в принципе, интересует Германия, и у вас есть вопрос по стране, по жизни здесь, по особенностям, по праздникам, по каким-то бенефитам социальным, да, которые дает страна, задавайте. То есть это не обязательно должны быть те вопросы, которые касаются только контента нашей сегодняшней презентации. И мы сегодня здесь собрались, потому что вам нравится Германия как страна, она вам интересна, да, вы хотите о ней узнать побольше, поэтому спрашивайте, да, я буду рада ответить на ваши вопросы. Да, вот пока ребята пишут вопросы, хочу повторить, что Gizmo School с удовольствием вместе с нами предоставит скидку 20% на магистратуру для всех участников вебинара и 1000 евро на первый год обучения на бакалавриат на английском языке. Поэтому по всем Все верно, вопросам да. будем рады, если вы к нам будете обращаться по визовым уже вопросам также мы с вами будем все прорабатывать и поможем вам приехать в Германию, встретиться уже с этой прекрасной школой. Так, А у тут есть нас... вопрос. Этот проект только на магистр, да? Что, если я не ошибаюсь, вы имеете в виду, то есть, если наша школа работает только на программы магистратуры, это был вопрос. Уточните, Смотрите. пожалуйста, вопрос, потому что нам не очень понятно с Анастасией. Смотрите, если мы говорим о магистратуре, нет, на самом деле наша бизнес-школа, она работает с тремя нишами студентов. Ниша номер один – это языковая ниша, да, самая, если мы смотрим на пирамидку, то есть это языковая ниша для тех ребят, кто хочет изучить немецкий язык и дальше поступать в госвузы Германии на бакалавриат, на магистратуру, да, любые уровни мы покрываем. Вот, это ниша языковая. Дальше идет ниша. Это программы бакалавриата на английском языке. То есть вы к нам можете приехать и сразу с первого года сделать программу бакалавриата на английском языке. И такой топ, да, как конус пирамидки, самая наша такая главная тоже специализация, это программа магистратуры MBA. Да? То есть для всех уровней у нас есть что предложить. Так, Анастасия, смотрите. вопрос. Да. Насколько сложно будет без английского языка, спрашивают. Ну, я думаю, что этот вопрос... Да, смотрите, для тех, кто хочет учиться здесь на немецком языке, без проблем. У меня часто спрашивают вот эта вот программа UPP, которая учит немецкому языку. На каком языке эта программа проходит? На немецком. То есть с первого дня, когда вы приходите в классы, это инновационная методика преподавания. С вами преподаватели уже сразу начинают общаться только на немецком языке. Поэтому знание английского или IELTS здесь не нужен, да, для тех, кто хочет сделать акцент именно на немецком языке, знание английского не нужно. Ну а потом уже, будучи находясь в международной такой среде, я думаю, что тоже английский подучите уже абсолютно как-то натуральным способом. Так, смотрите, есть ли заочное обучение для тех, кто уже давно закончил вуз, да, с те международные студенты, которые учатся, которые приезжают в Германию, они могут приехать только на основе full-time, то есть только очно. Вообще, если вы являетесь международным студентом, и если вы хотите приехать и учиться в Германию именно по студенческой визе, единственный формат обучения, который вам будет доступен, это full-time, это очное обучение. На заочное, ну, можно так сказать, визу вы не получите. Вот поэтому для международных студентов только такой формат обучения, только full-time, да? Это, в принципе, во Если... всех странах, Да, только да. очные, да, хочу заметить. То есть заочного Конечно. такого нет для иностранных студентов. Конечно. Да. То есть это именно уже формальности получения визы сюда включены и так далее. А есть ли возрастной... Да, Да, вопрос хотела про... вот тоже обратить внимание, что про возраст у нас тут спрашивают. Ну, У нас нет возрастного лимита. У нас абсолютно нет возрастного лимита. Это никогда никого... Не смущало абсолютно. У меня есть студенты на программах магистратуры, которым уже давно за 40, можно сказать, допустим. У меня есть студенты на программы языковой подготовки, кто уже там, допустим, за 35. То есть какого-то официального максимума у нас нет. У нас есть минимум. Мы принимаем только 16 лет. Дальше, да, хотелось бы смотрите, тут узнать еще про проживание. Ага.
Представляется ли студенческий хостел, какая стоимость? Смотрите, в Германии самое популярное и самый бюджетный вариант проживания – это shared apartment, да, или по-другому именно студенческие апартаменты, студенческие квартиры. У нас в школе есть свой определенный номерной фонд, что не у каждой школы есть на самом деле, и мы помогаем нашим студентам полностью подбирать проживание от А до Я. Да? То есть это вариант именно либо жить одному, полностью снимать квартиру, либо там два человека в квартире живут, либо три человека в квартире живут, либо, допустим, самый бюджетный вариант будет, это когда вы делите еще комнату с кем-то, да, допустим, это shared room будет. В Берлине такое начинается от 350 евро до примерно 650 евро, в зависимости уже какой там вариант предоставляется. Да? Но в пределах 450 евро, допустим, найти что-то абсолютно реальное и можно на долгосрочной перспективе. Дальше. Есть ли обучение для тех, кто имеет среднее профессиональное образование? Ну, смотрите, здесь немножко будет посложнее, буду с вами предельно откровенно. Дело в том, что в Германии распознаются только академические степени, да, распознается только школа, либо бакалавриат, либо магистратура. Понятие диплома, среднего образования, да, профессионального образования здесь не очень это распознают, поэтому даже для поступления на первый курс этого будет, к сожалению, недостаточно. Моя рекомендация – это закончить хотя бы даже заочно один курс любого госвуза России или СНГ, и вам нужно будет подтверждение, что вы закончили этот один курс первый год. После этого вы спокойно можете подаваться уже на бакалавриат, допустим, напрямую в любой госвуз Германии. Это моя такая рекомендация для тех, у кого среднее профессиональное образование. Мы с этим уже сталкивались, поэтому я с этим знакома. Анастасия, вот вы озвучивали по проживанию, вот спрашивают еще раз, 450 в неделю? Нет, в месяц, вы что? В месяц. Да, и вот по магистратуре у нас вопрос, должна ли магистратура соответствовать образованию в России, или можно получить новое? То есть объясните, очень часто, кстати, вопрос у наших клиентов. Угу. Смотрите, разделим на две категории. Категория 1 – госвуз, категория 2 – ЕЗМА бизнес скул, допустим, частная. Сразу скажу о нас. У вас может быть образование инженера, у вас будет, может быть образование медика, биолога, sales manager. К нам вы можете приехать дальше на получение магистратуры на абсолютно другую специальность. Да? То есть у меня часто бывает, когда, допустим, человек с предыдущей степенью инжиниринг приезжает и поступает на программу international marketing. Да? То есть это достаточно распространенная тенденция. У нас есть возможность смены специализации именно на уже уровне, когда вы идете в магистратуру. Да? Все программы академически построены так, то, что вы начинаете все предметы базисные с нуля и уже к специальности подходите к концу обучения. Да? Специально такие программы сделаны. Плюс, если мы смотрим на госвузы, то здесь, да, то здесь существует определенная градация, то есть если у вас предыдущее образование историческое, скажем, то есть вы не можете пойти на делать магистратуру, скажем, финансы. Это невозможно будет сделать, вы должны будете тогда пойти на подобную специальность, либо, как говорится, околоисторическую специальность, да, к примеру. Да, это действительно так работает. Либо же вам придется поступать снова на бакалавр по той новой специальности, которая вас интересует. Да? Вот, поэтому разделение. В частных бизнес-школах можно менять специальность, а в госвузах нельзя менять специальность. Угу. Так, смотрите, еще один вопросик. Да. Вот. Годы среднего образования. Так, это мы озвучили, да, только что, в принципе. Сколько дней недели, до скольки по времени происходит обучение? То есть какой-то график у вас есть обучения? Смотрите, это 20 часов в неделю. Это 20 часов в неделю у нас учатся в основном, да, то есть это 5 дней в неделю, где-то с 9:30 у них занятия до с перерывом большим на обед, до где-то до 4:30, до 5 часов вечера они занимаются. Но есть одни программы, вот потом у нас в портфолио посмотрите, программы, которые диплом идет от Arden University. Это портфолио из 15 программ,
Эти программы очень технически ориентированы. Там Project Management, IT Security Management, Engineering Management и так далее и тому подобное. Так вот, эти программы построены так, что вы приходите на учебу только два раза в неделю, а все остальное время вы работаете уже в группах над проектами и делаете какие-то работы онлайн. То есть у вас очень много свободного времени для того, чтобы комбинировать учебу именно вместе с работой. Вот смотрите, еще у нас вопрос по поводу справок. Да, подтверждение об окончании хотя бы одного или нескольких курсов университета должно быть в какой форме? Да, это называется выписка, справка из университета, да, справку из университета, вы ее переводите официально на немецкий язык по апостилю, и все, это все, что нам потребуется. Да, ну, то есть, что касается аттестата, соответственно, аттестат. Аттестат переводим, да, аттестат либо после школы, да, также переводим по апостилю, либо бакалавриат также переводим по апостилю. Вот. Очень интересно то, что в Германии принимают переводы как на немецком, так и на английском языке. Это тоже немаловажно. Да, справка из деканата. Именно то, что нужно. Ага, да, какой там следующий вопрос? Да, вот еще вопрос по поводу поступать на бюджет или контракт. Может, вы поможете поступить на бюджетное место? Ну, как бы, это вы, в принципе, озвучивали, да? Я думаю, еще раз нужно проговорить про программу UPP, которая помогает поступить на бюджет. Да, да, действительно, смотрите, мы помогаем поступить на бюджет, да, вопрос в том, что есть ли у вас на данный момент немецкий язык в нужном формате. Если нет, то вы к нам приезжаете на эту программу, сначала делаете языковые недели, потом полностью подготовка к поступлению, и мы вас помогаем зачислять от А до Я. Это мы предлагаем, я предлагаю вам ваше имя Аделет, да, пожалуйста, свяжитесь с Юлией. Она именно эксперт у нас по этой программе, она нам отправляет много студентов и, естественно, знает все процессы от А до Я. Поэтому, пожалуйста, обратитесь как раз к Юлии в Excellente и вас проконсультируют более подробно уже по данному вопросу. Так, ребята, если что, мы с вами, не переживайте, Анастасия у нас проводит семинар, но мы на связи, на WhatsApp всегда с Анастасией, какие-то моменты вы можете всегда уточнить у нас, либо мы можем... Конечно, да. Да, а у нас очень большая разница во времени, да, но все равно как-то мы это... Да. У нас в этот раз абсолютно разные регионы участвуют в вебинаре, то есть мы заканчиваем московским временем, поэтому как раз-таки для... времени Владивостока, да, Дальнего Востока, мы здесь, и это будет быстрее. А тут еще вопросик, Анастасия, по поводу экологии. Я так понимаю, бакалавриат по экологии, да, и спрашивают, какую лучше специальность Артему взять, чтобы она была более востребованная по экологии, вот если он учился. Если вы учились по экологии, допустим, то смотрите, здесь, если вы захотите пойти на именно... сделать магистратуру у нас на английском языке, то у нас очень много таких программ направленности, как, допустим, именно управление проектами. Да, потому что когда у вас первоначальное образование экология, потом данное образование можно применить именно для каких-то международных проектов. И когда вот у вас уже будет магистратура, допустим, в управлении проектами, да, какими-то различными, то тогда здесь тоже это достаточно будет интересно. Если дальше вы сделаете, допустим, даже управление в сфере бизнеса, в сфере международного бизнеса, стратегическое управление, вы также можете с данной специальностью пойти. А если вы хотите в госвузы, то тогда вам нужно брать конкретно около экологическую специальность, если так можно сказать, да? И так можно выразиться. Артём, поступайте на MBA. Да, да, да. Ну, не обязательно на MBA, если нет опыта работы. Вполне возможно просто на магистратуру, да. Программ у нас действительно много, посмотрите, изучите, и мы вам уже точно вас сориентируем, что вам будет более интересно. Присутствует ли спорт? Лично у нас спорт не присутствует, но есть спортфакультеты госвуза Германии, да. Какие есть варианты переезда в Германию без цели обучения? Ну, к сожалению, я с этим немножко не помогу, потому что я являюсь именно специалистом в сфере образования, а не конкретно специалистом в сфере только иммиграции. Да. Сегодняшняя наша встреча привязана именно к вопросу образования в Германии и использования этого также как рычаг для переезда.
для иммиграции. К сожалению, вот я не смогу по другим вопросам вас проконсультировать. В любом случае, уважаемые участники, в основном все способы надежные для переезда – это через образование. Вот, потому что рабочие визы без местного образования получить очень сложно. И тем более, что да. В Германии достаточно доступные цены по сравнению со многими странами, а мы работаем с разными направлениями, и еще есть возможность бесплатного обучения, да, то есть кто, может быть, уже немецкий изучает. Поэтому Германия на самом деле очень интересный вариант, обратите внимание. Да, действительно, то есть если вы этим займетесь, сами, допустим, сравните, да, варианты, которые предлагаются или там, в Германии это будет самый надежный вариант. Вот еще раз Александр про спортивное образование спрашивает. Ну, вы уже озвучили, что спортивное... Да, только в госвузах. Только на немецком, да. Да, только на немецком. Вопрос гражданства после 3 лет работы. Нет, не гражданство, а ПМЖ, да, постоянное место жительства. Когда вы получаете рабочую визу, это так считается, вид на жительство, а потом вы получаете ПМЖ, да, постоянное место жительства. Гражданство вы получаете... Да. Извините, что перебила, еще раз схему, вот очень волнует схема, как вот это работает, то есть образование сначала получают, да, то есть как образование, да, по итогу? Смотрите, образование, да, сначала, допустим, если вы делаете магистратуру, вы приезжаете на один учебный год, да, допустим, 12 месяцев, если к нам, дальше после этих 12 месяцев вам страна автоматически дает еще 18 месяцев или полтора года на то, чтобы остаться в стране и найти работу. Да? То есть это вот будет уже там вместе, вы проведете здесь 3 года. После того, как вы находите работу, вам официально рабочее разрешение дается на следующие 3 года с возможностью продления. Да? Ну, стандартно дается на 3 года. Вот. И после этого уже, когда вы пойдете продаваться на следующий раз, на основе вашего контракта вы уже сможете подаваться на ПМЖ, постоянное место жительства, которое дается минимум сразу там на 5 лет. Вот, надеюсь, что мы осветили этот вопрос, и по поводу работы уже ни у кого не останется этих моментов. Вот Оксана очень переживает за средний балл аттестата. Есть ли какие-то вот такие моменты, да, что балл аттестата может повлиять на то, чтобы человек поступил в Германию? Конечно. Все зависит от тех факультетов, куда вы хотите поступать. Да? Очень часто, вот, допустим, спрашивают, интересуются медицинскими факультетами в Германии. Можно ли после вашей программы ЕПП, скажем, поступить в медицинский? Да, можно, но это уже в основном будет зависеть от вас и от ваших оценок. То есть вы должны сделать так, что после окончания 11 класса не ЕГЭ-экзамен, а именно ваш аттестат будет минимально там, с 2-3 четверками. Все остальное должно быть 5. Плюс, естественно, тут в стране смотрят на какие-то дополнительные заслуги, как принять участие в олимпиадах, еще что-то дополнительное, да, то есть, допустим, на медицину тут должны быть прям вот отличники, да. Что касается других специальностей, конечно же, смотрят на общий проходной балл, но в основном, если студент идет сразу после 11 класса, и если студент идет через студент-коллег, а в основном они идут через студент-коллег, то зачисление будет основываться на основе вступительных экзаменов в студент-коллег. Да? Конечно, сначала студент-коллег отправит запрос с вашим аттестатом, они проверят, ну да, вот неплохие оценки, но все равно вы должны приехать сдать экзамены. Вы приезжаете, сдаете экзамены, и на основе этих экзаменов вас зачисляют. Обычно это 2 экзамена. Вот. Угу. То есть оценки... конкретным предметом, то есть важны они для поступления на студент-коллег, допустим? Зависит от специальности, вот именно, понимаете. Естественно, когда вы хотите какие-то узконаправленные специальности сделать, скажем, математика, физика, экономика там, или даже медицина, архитектура, то вы должны смотреть, что именно те профильные предметы у вас в аттестате, они, естественно, должны быть с очень хорошими баллами. Надеюсь, мы ответили, Оксана, на ваш вопрос, а вот еще вот Артем записывает, ждем. Естественно, мы делаем частные личные консультации, да, для всех наших студентов. Этим занимается отдельная команда, этим занимаюсь не я. Это академические директора, кто полностью ведут студентов, а тогда я, кто с ними работает, кто знает весь список университетов и студент-коллегов в Германии, кто знает все нужные требования,
ориентируют студентов в этом, да, то есть этим занимается вот действительно отдельная команда специалистов. Угу. Все, пока вопрос никак. А вот, да, получили вопрос. При вызове на экзамены студент коллег легко ли дают визу и по родителю? Ну, смотрите, для того, чтобы поехать сдать экзамены в студент-коллег, вы можете приехать, допустим, если только на студент-коллег, да, если к нам это не имеет никакого... Потому что если вы делаете сначала нашу программу, и потом в рамках нашей программы мы помогаем вам с экзаменом в студент-коллег, вы еще находитесь на нашей визе, да, то есть студент находится на нашей визе. А если вы вообще одни сами приняли решение поехать сдавать экзамены в студент-коллег, то вы едете туда на основе туристической визы, а потом, когда у вас уже зачисление, вы подаете на студенческую визу. А по поводу родителей, ну, родители студенческую визу не получают за студентов, родители могут также по туристической визе сопроводить своего ребенка. Да, вот еще подскажите... по поводу цены программ, да, вот спрашивают. Ну, на самом деле, по ценам программы можете с нами себя связаться. У нас абсолютно все цены есть. Анастасия нам любезно предоставила уже цены на 2019 год. А вот, нужно уточнить, какую программу вы именно хотите, ну, уточнить, по какой программе, правильно, Анастасия? Потому что да, абсолютно верно. Также вот здесь задают вопрос... По визе, да, стоимость визы, это все, пожалуйста, вот обращайтесь к Юле, она вам с удовольствием с этим совсем поможет. Да, то есть по этим всем моментам вы уже обращаетесь, потому что смотря в какое время, может быть, вы поедете просто на несколько недель немецкого, да, может быть, на какую-то долгосрочную программу, и тут уже мы будем рассчитывать и фактические сборы, и все вот эти нюансы. Уважаемые участники, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Я думаю, что уже вроде как никто не пишет. Смотрите, в любом случае мы на связи. У Юлии есть все ответы на все вопросы точно так же, потому что мы работаем, сотрудничаем, и всю эту информацию, конечно же, я со своей стороны тоже предоставляю. Да? Если у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, то, конечно же, обращайтесь уже напрямую вот к ним. И большое спасибо за ваше сегодняшнее внимание. Вы были прекрасными слушателями. Спасибо за ваше участие. Спасибо, Анастасия, вам за эту великолепную презентацию. Я надеюсь, мы осветили все основные вопросы. Я очень рада, что у нас сегодня были очень активные участники, задавали много вопросов. Вам тоже за это спасибо, за то, что вы нашли время. И я надеюсь, провели его с пользой. Поэтому... Ребята, какие-то вопросы остались, пишите, мы на связи. А сейчас мы вам желаем хорошего дня, кому-то вечера. Вот, и мы всегда на связи. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всем пока-пока. Всего доброго. До свидания.